которые написала представление о наказании нашего директрисы Козина Оксаны Геннадьевны. Рано считает, что эти наказания несущественны, даже выборы не могут. То есть они не могут ее даже наказать или убрать. И в результате от безнаказанности она как бы наглее с каждым днем. Ведь сейчас у детей нету уроков, в основном замены, потому что много учителей уволились, не хотят работать с таким некомпетентным и конфликтным директором. В прошлом году она снизила зарплату без предупреждения. То есть перед выборами в нормальных городах поднимают зарплаты, а во Фрунзенском районе в нашей школе снизили. И прокуратура нашла нарушение статьи 74. И там еще другие были нарушения. В итоге в этом году мы узнали, что даже выговоры ей не сделали. То есть ее очень сильно прикрывают. В этом году она довела до увольнения одного учителя, завуча. Из-за этого возмущенные педагоги, 24 человека, подписали коллективное письмо с требованием убрать некомпетентного директора. Требования наши пока не выполнили. Родители уже возмущаются, собираются с классом уходить в другие школы. Пишут во все инстанции письма. В прошлом году они договорились Козин Оксанген сделать ремонт за свой счет. То есть они купили линолеум мебель, а с нее было только ремонт стен, ну и полов. В итоге она этого не сделала, еще нахамила родителям. Во всех остальных городах, школах за это бы уже сняли директора, потому что за счет родителей нельзя делать ремонт. Она даже не сделала, не подготовила акт о передаче собственной школы ни линолеум, ни мебели. То есть получается, это вообще факт коррупции. И все равно она все еще работает директором. Также она приняла школу, там в 10 кабинетах нужен ремонт. В одном один кабинет в аварийном состоянии был, в другом разбито окно. Я спрашиваю Рано, отвечает у нас директор за принятие школы? Она говорит, у нее есть комиссия. Я говорю, а в комиссию входит директор? Она говорит, нет. Я говорю, за что? Зачем нужен нам директор, если она ни за что не отвечает, ни за состояние школы? В прошлом году она собрала родителей и начала настраивать против нас, учителей, родителей. Говорила, что мы не хотим работать, участвовать в конкурсах. И не удивляйтесь, если мы будем уходить. Вот за три года правления ее у нас уже ушло 20-30 человек. То есть, а вот сейчас написали на увольнение 3 учителя. Еще собираются увольняться. Вот, не знаю, почему ее все еще держат, как директор. Мы собирались устроить массовый пикет у стен школы, и я уведомил об этом администрацию. Мне отказали, а потом на этой неделе глава приехал в школу и сказал, кто выйдет у стен школы, полиция заберет. И сейчас у школы, кстати, мне сказали, полиция ждет нас забирать. И поэтому родители собрались рядом со школой в кафе. То есть нам не дают даже собраться и протестовать. Мы хотим обратить внимание СМИ и общественности. У нас есть разрешение. Я вас попрошу отсюда удалиться. У нас согласовано мероприятие. Я вас попрошу отсюда удалиться и не угрожать здесь. Можно, пожалуйста? Можно вас отсюда? Я уже вашему объяснил. У нас здесь мероприятие. У нас здесь заявлен митинг. Да, у вас ничего не заканчивается митинг, так у нас не проходит мероприятие. А у нас просто пикет. У нас просто пикет. Одиночные пикеты. 50 метров. Один от другого. А они ходят. Как? Вы им разрешили ходить с места на место? Нет, у них это телефон. У них разрешили. То есть где вы видите здесь мероприятие? Здесь 3 человека. Вот, у них есть. Это не мероприятие. Есть документы. Ну, чего хотите нам сказать? Ходите на 50 метров. Ходите, все. Вот 50, вон они стоят. Где? Вы разве не видите? Как он больше, он в 200 метрах стоит. Я-то видел, где он находился. Что вы начинаете? Административное правонарушение у вас были или не было? Смотрите, у них согласованный митинг. Вы должны находиться в пяти
10 метров от них. Если вы будете дальше продолжать или находить, будете вас задерживать по статье 5.38. Мы просто рядом находимся и обсуждаем. Вы же публичное лицо, да? А вы по метру у вас это сколько метров? Меня зовут Антон, я из Марксистской тенденции. Сегодня здесь мероприятие профсоюза «Учитель» по поводу ситуации в 218-й школе. Ну и я пришел сюда, чтобы поддержать очень законные требования профсоюза и учителей школы, которая заключается в том, что директор школы должен быть сменен по многим. Во-первых, потому что так хочет коллектив. Во-вторых, потому что директор нарушает многие бюрократические нормы, да, даже если подойти к этому с точки зрения законности. Ну и мы считаем, что требования коллектива должны быть выполнены, да. Поэтому мы начали с одиночных пикетов. И если наш голос будет услышан, голос профсоюза, голос учительского коллектива, голос родителей детей, которые учатся в этой школе, то, ну, если он не будет услышан, мы продолжим дальнейшую борьбу в плане коллективных действий учителей, в плане митингов, в плане публичной деятельности дальнейшей. Вот. Эта ситуация так не будет оставлена. Поэтому мы здесь стоим.